Компьютерные игры 88 года, ну, вышел Мегаман 2, про который я подробнее расскажу. Nintendo также выпустила Super Mario Bros. 2, тоже она даже одна из наиболее известных из всех этих бесконечных серий про Марио. И тогда же они выпустили и Mario 3, правда, они его продавать позже стали. Zelda 2 также, хит сезона 88 года, ну, про Зельду, я уже рассказывал про Зельду 2. Вот. Ну, пожалуй, вот две наиболее известные игры этого года сейчас расскажу. Это все платформеры, то есть с нашей точки зрения довольно примитивно, но вот на приставках в основном это шло. Mega Man 2 создана компанией Capcom для приставки Nintendo, такой весьма популярный в конце 80-х, и это все Япония, и вообще японцы уже тогда доминировали. То есть кончился кризис середины 80-х, в конце 80-х японцы доминируют на игровом рынке и делают вот эти все бесконечные платформеры японские. Значит, Мегамен имеет, да, конечно, сюжет, такой достаточно примитивный. Протагонист Мегамен, он борется против злого доктора Вайли и его роботов. Первый Мегамен я не описывал, потому что он успеха не имел, а Мегамен второй имел большой успех. Значит, ну, в принципе, это продолжение Мегамена первого, 21 век, то есть для них это был будущий век, для людей 80-х, да. Значит, доктор Вайли проиграл в предыдущей игре Мегамену, построил крепость и построил войска из роботов, там 8 типов роботов. Соответственно, платформе как выглядит, там идет 8 уровней, на каждом из 8 уровней надо победить всех роботов и босса, да, самого главного робота. Потом мы доходим уже до крепости этого доктора Вайли, и там опять 6 уровней. На каждом из уровней опять, короче, самые мощные роботы вот этих 8 типов. Вот, наконец, значит, мы побеждаем всех самых мощных роботов, и в конце мы сражаемся с самим доктором Вайли. То есть, в принципе, просто последовательные сражения с разными типами противника. Иногда там, короче, супербоссов надо победить, и тогда уже уровень проходим. Подсчета очков не ведется, нужно именно наверх идти. Ну, понятно, что постоянно прославляют игрока, перечисляют всех, кого он победил и так далее. То есть мотивация на победу. Особенности разработки, что первая игра успеха не имела, и собрали мнение фанатов этих всех платформенных игр. То есть идеи всяких игроков собрали, ну, японских, конечно, японцы же, да. Всего 8370 писем получили с разными идеями, и на основе идей игроков уже усовершенствовали игру Мегамен. В результате были огромные продажи, 1,5 миллиона копий по всему миру Мегамен 2. Все критики восхваляли, тогда уже была пресса обширная в конце 80-х про эти приставки, правда. Все там, значит, эстетика, говорили, что она проще, чем первая, и поэтому лучше, то есть проще проходить. Увлекательный игровой процесс и так далее. Ну, естественно, я платформы считаю идиотизмом, но вот пресса так работала, типа вообще супер игра такая очень интересная. Ну, пошло, естественно, в культуру, этот Мегамен стал франшизой, начали его всякие другие игры вставлять, куча всяких продолжений, спин-оффов и так далее. Ну, и там, допустим, заставки были в этой игре, потом начали во все игры копировать тоже, чтобы заставки были. Вот, в общем, влияние большое этого всего, ремейков потом понаделали. Ну и примерно такой же, в принципе, идиотский платформер, это Super Mario Bros. Даже, пожалуй, 3 я опишу. Super Mario Bros. 3 я буду брать, а не 2. Ну вот Марио тоже, короче, вот почему-то на это Марио больше всех японцы заработали. Чем этот дебил народу понравился, я не знаю, я в аркады не играю. Ну вот Super Mario Bros. 3, весьма продаваемая, короче, игрушка про Марио. Как обычно, там два брата Марио, значит, и Луиджи, можно спасти, за Марио можно играть и за Луиджи. Нужно спасти принцессу из плена, естественно, злого Боузера. При этом мы идем через 7 королевств, то есть 7 королевств нужно победить, а потом уже победить принцессу. В общем, типичный сказочный сюжет. Ну вот к простой такой платформе про прыжки доделали сюжет сказочный. Получилась определенная еще комбинация с экшен, да? Поэтому было интересно проходить. Геймплей, значит, что у нас? Двухмерный платформер с видом сбоку. В принципе, вот картинки привожу. Абсолютно так же вот он бегал и прыгал, как и в самом первом Марио. То есть принципиально, как побеждать, вот так же все. Но усложнили. То есть он, короче, может теперь по лианам прыгать.
может, всякие новые там блоки по склонам и так далее. Вот эти сидели малыши, это для 12, примерно 14 лет платформе. Вот малыши эти сидели, разучивали всякие там блоки, ах, блядь, интересно, можно так прыгнуть, можно сяк прыгнуть, блядь. Также они ему там нагородили, короче, костюмы всевозможные, и в этих костюмах он там мог плавать, летать и так далее. То есть, короче, много всяких фич накрутили, чтобы можно было там преобразовывать героя по ходу всего этого, это помогало проходить уровни. Ну, еще что тут интересное, что была на самом деле карта мира, то есть там было два экрана. Вот по карте ты ходишь, ну, как в настольной игре, да, вот, допустим, 8 там королевств, каждое из королевств уровни. Вот ты прошел эти уровни, потом опять попал на карту, и потом идешь в следующее королевство. То есть прохождение игры как платформера позволяет также продвигать. Ну, фактически, это продвижение по карте ничего не значит. Это же, в принципе, просто список уровней, да? Просто его сделали как карта, что ты также по какой-то карте ходишь и покоряешь там 8 королевств. Ну и самое главное, 8-е королевство, там, естественно, супербосс сидит в замке своем, и вот там уже его надо окончательно победить. При этом всяческие крепости, всякие сложности, мини-игры вставили. То есть все это выглядело как некое такое увлекательное приключение, которое по-разному выглядит, но суть все равно там была, конечно, платформер. Там всякие бонусы можно было получить, сундуки там какие-нибудь взломать и все такое. Был также многопользовательский режим, допустим, один играет за Марио и второй за Луиджи. Можно было за двух братьев раздельно играть. На создание игры, говорят, ушло порядка 2 лет, но окупилось очень много. Особенности именно Super Mario Bros. 3 называют, что там нижние уровни очень легкие, то есть что можно втянуться довольно быстро, быстро проходишь уровни, а верхние уровни сложные. То есть там специально сделали, чтобы, допустим, только купили ребенку приставку, он сразу мог в этого Mario Bros. 3 играть, первые уровни легкие. Но потом было очень сложно, и на самом деле пройти игру было очень сложно, говорят. Так. То есть, чтобы там верхний уровень пройти, нужно прям вот специалистом в этих аркадах быть. Внешний вид персонажей создавали с помощью компьютера, то есть специальный компьютер графический сделали, который генерировал коллекцию всех этих графических игр. То есть, хотя сейчас игра простой, кажется, 2 года разрабатывали, и очень дорогие компьютеры при этом использовали в самой разработке. Картридж там, в картридже использовалась специальная микросхема, которая расширяла стандартные возможности приставки Nintendo. В общем, что-то там все было с наворотами. Значит, игровая пресса вся хвалила. Вот как Mega Man 2, так и Super Mario Bros. 3, это хиты сезона 88 года. То есть все написали, что графика охрененная, звук там очень сложная, очень интересная и так далее. Ну, я не буду это все пересказывать, примерно вот в этом стиле. Ну, да, новый уровень Super Mario Bros. То есть, в принципе, вот Bros. 3 уже считается современная такая аркада. Первые Марио были, конечно, примитивные, там, в середине 80-х. Огромные продажи. В 88 году первое место в продажах. В 89 году тоже первое место. На втором месте, кстати, Тетрис был советский. Уже рассказывал, да? Тетрис в СССР разработали, и ни копейки СССР не платили, японцы украли полностью. Короче, вот, но этот Марио, да, был самый первый, 88-й, 89-й год на первых местах он был, и в 90-м тоже, в начале 90-х тоже все на первом месте. То есть в конце 80-х больше всего вот по всем продажам во всем мире вот этот вот Mario Bros. 3. После этого создали некую франшизу, чтобы еще побольше всякого продать. Во-первых, выпускали всякие сборники, всякие переделки, ремейки пошли. Во-вторых, много связанной продукции. Во-первых, чтобы продвинуть игру в США, ее поставили в фильм «Волшебник». То есть в фильме она была. Потом Nintendo в Америке выпустили мультсериал «Приключения братьев Super Mario 3». 26 серий в 90-м году по игре. То есть мультфильм сделали по этой игре. Фактически, значит, пропагандирующая игру, да. Все. И примерно вот все тоже эти там королевства, все такое, «Волшебник», все как в игре. То есть фанаты, короче, мультфильмы также потом игру покупали. Также продавали отдельно музыку от игры, всякие там причиндалы, там картинки, костюмы и так далее, как обычно. Ну и в целом, в общем, игра наследила. Естественно, она потом повлияла на все последующие игры Марио. Вот эта идея карту мира там ставить, она потом так и прижилась, так она потом и осталась. Достаточно, впрочем, простая. В 2007 году на конференции разработчиков игр включили Super Mario в десятку
влиятельных самых игр в игровой индустрии, потому что это был грандиозный успех, который, как обычно, потом копировался. Ну, в основном, за что хвалят, нелинейный игровой процесс, что для платформера вообще-то было нетипично, да. Поэтому нелинейные там уровни можно было разными способами побеждать, и после вот, Super Mario Bros. 3 платформеры начались нелинейные.